Вчера около 4 часов пополудни на перекрестке Московской и Денисово-Уральского случилась натуральная автомобильная коррида в исполнении капитана российской армии, оседлавшего в нетрезвом виде модную спортивную двухдверную «Тойоту Сильвия» и взявшего к себе на борт таких же пьяных, как он, рядовых бойцов. Иномарка так серьезно наделась на дерево, что и через 6 еще часов глубоким вечером вокруг нее тусовались друзья водителя и все обсуждали, как же это могло так произойти. Выполнялся обгон, и водитель не справился с управлением. Встречная машина выехала тоже на обгон. Он пытался маневрировать и выкинул на обочину. В итоге влепился в дерево. Водитель не пострадал, пострадал только пассажир, ломал ногу. Обгоняли военнослужащие КАМАЗ, а поскольку капитан был действительно сильно пьян, совладать со спортивной машиной ему оказалось не под силу. Удар о дерево был настолько силен, что из груды металлолома самостоятельно смог выбраться только водитель. Бойцам на пассажирских сиденьях зажало ноги. Им пришлось вызывать спасателей. Выехали. Оперативно достали. Хорошо. Однако настоящее шоу началось уже после того, как пострадавшего с переломами поместили в скорую, а на месте в ситуации начали разбираться сотрудники ГИБДД. Капитан со вторым бойцом чуть ли не под ручку двинулись через дорогу в сторону соседнего леса. Все так же, не глядя по сторонам, и выскочили прямо под колеса «Газели». Невероятными усилиями водителя грузовичка удалось избежать трагедии, но заметавшемуся по дороге капитану все же досталось по башке зеркалом, увернувшейся от него «Газели». К счастью, не слишком сильно. Но все равно, даже видавшие виды сотрудники ГИБДД были шокированы происходящим. Тем более, что капитан показал себя очень стойким и почти оловянным солдатиком. Врезавшись в дерево и получив зеркалом грузовика по башке, едва не погибнув сначала за рулем собственной иномарки, а потом под колесами чужой «Газели», он как ни в чем не бывало прогулялся-таки до леса, а вернувшись, продолжил давать сбивчивые объяснения милиционерам.